Всем привет! Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в одиночном катании россиянка Анна Погорелая сообщила о старте ледовой подготовки сезона 2018-19 и намерении выступить на осенних контрольных прокатах фигуристов сборной России. Большую часть прошлого сезона Погорелая пропустила из-за травмы спины. В частности, она не принимала участие в чемпионате России, который являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане. Ледовая подготовка к сезону у меня уже началась, но прямо сейчас я готовлюсь выступить на шоу в Японии. Работаю под присмотром врачей, но в таком режиме мне теперь суждено тренироваться до конца карьеры, чтобы не допускать критических случаев. Первым стартом сезона у меня будут контрольные прокаты, а потом, думаю, стартовать на каком-нибудь бэшке, челленджере, сказала Погорелая по телефону. По ее словам, программы на новый сезон пока не поставлены, нет точной определенности и с постановщиками. При этом спортсменка восстановила тройные прыжки, в том числе лутц. Правда, каскад лутц-тулуп 3.3 пока не делаю, но каскады с Ойлером и Сальховым исполняю. Добавила Погорелая. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего дня. До свидания.